Саратовская область, город Красный Кут, поселок Зоовитехникум, муниципальное общежитие, дом 16, 2021 год. Зима для жильцов дома номер 16 – это огромное испытание, выжить и не замерзнуть. Мы уже в предыдущем видео рассказывали, что в 2020 году закрыли центральную котельную. Дом перевели на электрическое отопление. В доме нет газа, а в комнатах нет никаких условий. Вода и туалет находятся на первом этаже. Установленные в 2014 году радиаторы в местах общего пользования с наступлением морозов полопались. Неоднократные обращения в администрацию района, чтобы решить вопрос по поводу радиаторов, к сожалению, так и остались нерешенными. Первый зам главы администрации только обещал, что решит вопрос с радиаторами, но, к сожалению, не было никаких действий принято. Кто должен нести ответственность за бездействие? От холода и сырости стены коридоров осыпаются и покрываются грибком. В 2020 году, когда дом 16 переводили на электрическое отопление, жильцов интересовал вопрос, какая будет сумма за электрическое отопление. Администрация района неоднократно отписывала, что сумма за электрическое отопление не будет превышать той суммы, что платили за центральное отопление. Но жильцы уже убедились, что суммы большие. Жильцам также приходится оплачивать немаленькие суммы за общедомовые нужды. Два конвектора также установлены в местах общего пользования. В огромных коридорах первого и второго этажа температура воздуха составляет минус 10 градусов. Хочется задать вопрос нашей местной власти, а также вышепоставленным чиновникам. Это забота о своих граждан? В этом общежитии проживают старики, инвалиды и малоимущие граждане. Как они должны выживать в таких нечеловеческих условиях? В двух верхних этажах осенью 2020 года перекрытие оконных проемов забили ПВХ-пленкой и листами ДВП. Сейчас уже пленка рвется, а еще неизвестно, что будет с фанерой. В квартирах холодно. Стены и потолок покрываются грибком. Из-за перегруженности электричества не выдерживает трансформатор в поселке Зоовитехникум. Уже неоднократно отключалось электричество, и жильцы вынуждены оставаться без света и, соответственно, без тепла. Складывается такое впечатление, что оставшихся жильцов намеренно просто выживают с этого дома. Если условия были нормальными, то многие из жильцов, которые не проживают сейчас, вернулись бы в свои квартиры. А также хочется спросить, когда будет решаться вопрос с теми людьми, прописанными по адресу как общежитие номер 2, а также по дому номер 16? Которые просто прописаны, не оплачивают коммунальные услуги и не содержат в надлежащем состоянии свои комнаты.